столице состоялась пресс-конференция, посвященная укреплению взаимовыгодных экономических отношений между представителями официальных и деловых кругов Узбекистана и России. Сотрудничество осуществляется между частным акционерным банком Трастбанком, торгово-сырьевой биржей Узбекистана и Транскапиталбанком. Это поспособствует увеличению объемов экспорта товаров и услуг, расширению ассортимента, обеспечению баланса внешней и внутренней торговли и увеличению валютной выручки. Данное мероприятие, организованное в рамках реализации постановления президента Республики Узбекистан о мерах по усилению содействия и стимулированию экспорта, было посвящено теме реализация проекта по расчетам экспортных сделок, заключенных совместно с акционерным обществом Республиканской торгово-сырьевой биржи, частным акционерным банком Трастбанк и Транскапиталбанком России. В рамках встречи лидеров наших государств Шавката Мирзиёева Мирзиёева и Владимира Владимировича Путина определены задачи по расширению экспортного потенциала республик, улучшению взаиморасчетов банковских операций по экспортным сделкам. Итогом внедрения данного механизма послужит то, что будут созданы комфортные условия по созданию взаимных расчетов между экспортерами и обеспечению гарантий по экспортным сделкам. Отметим, Трансбанк и Транскапиталбанк при взаимном сотрудничестве создали отдельную инфраструктуру и открыли для Республиканской торговой сырьевой биржи дополнительные корреспондентские счета в долларах, евро и российских рублях. Мероприятие посвящено презентации нового механизма по реализации совместного проекта Трансбанк, УЗРТСБ и Транскапиталбанк по организации расчетов по экспортным биржевым сделкам. В рамках практического исполнения решений первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Республики Узбекистан и Российской Федерации, прошедшего в текущем году, 26 июня 2019 года был подписан меморандум между Трастбанком, Транскапиталбанком и УЗРТСБ по реализации и внедрению механизма, способствующие развитию экспортной деятельности Республики Узбекистан. Имени Трастбанка хотел бы с уверенностью заверить, что мы всегда поддерживаем все положительные реформы, которые проводятся в Республике Узбекистан, и готовы к прямому диалогу со всеми субъектами предпринимательства, которые будут, конечно, способствовать развитию республики. Достигнутые договоренности и подписанный документ направлены в первую очередь на наращивание объемов экспорта продукции двух стран, освоение новых товарных рынков на базе использования механизмов биржевой торговли и обеспечение дальнейшего роста объемов товарооборотов между Узбекистаном и Россией. Мероприятие посвящено очень важному механизму, который запускает товарно-сырьевая биржа Узбекистана, Трастбанк и Транскапиталбанк, механизм, посвященный бесперебойным расчетам, которые должны помогать участникам биржи осуществлять расчеты по межрегиональной торговле. То есть в первую очередь этот механизм должен содействовать экспорту узбекской продукции как в Россию, так и в страны СНГ. В рамках конференции освещены мероприятия по созданию благоприятных условий для поддержки внешней торговой деятельности предпринимателей двух стран посредством кредитования гарантийных средств, вносимых при участии на биржевых торгах. Отдельно обсуждены вопросы повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, привлечения зарубежных инвестиций и улучшения делового климата в Узбекистане. Также в ходе презентации гости ознакомились с деятельностью биржи, раскрыли специфику работы каждой торговой платформы и механизм функционирования зарубежных торговых площадок.